Belə uşaqlarımız hamısı sözün əslində arasında qəhrəmandırlar. Burada heç birimiz heç birimizə artıq hərəkət eləmir. Hamı bərabər hərəkət edir. Hamı da bərabər döyüşür. Hamı sana mənim böyük hörmət, minnətdarlığım var. Sağ olsun aramızda. Sağ olsun. Вот это обидно будет слышать всем, но самый храбрый человек, которого я в своей жизни не видел, был азербайджанцем. Его звали Визир, в грязноватом, пахучем, очень сильно пахучем селедкой ватнике. Ничем не выделялся, седенький и простой. И я помню, когда этот геранбойский батальон, в котором я был, разгромили, оттеснили. И я видел панику, как основные силы в ущелье Суамбары-Сарсанг садились, воевали, дрались за место в автобусе, который вывозили с передовой. Я вдруг увидел одного человека, который сел в УАЗик, стал заводить его. И этот УАЗик был направлен туда, откуда все бежали. Вот где было месиво, ад, где уже лежало 500 трупов, где уже все полыхало и взрывалось, где наступали армяне. Я увидел, как этот человечек собирается туда ехать. Я ему говорю: ты что, сумасшедший? Он говорит: там раненые. Ну, поехали вместе, конечно.
И там были, там была сцена еще та, потому что там, конечно, оказались никакие не армяне, там оказались псковские десантники, нанятые армянами. Почему так мощно и удалось выбить азербайджанцев из ущелья? И этот человек, визир, ну, УАЗик подбили, нас высадили, собрались расстрелять, но тут, значит, псковские десантники меня опознали, сказали: «Глебович, так давай на нашу сторону лучше тогда». Я говорю: «Так вот, какие проблемы-то?» Они говорят: «А что с Айзером будем делать?» Я говорю: «Как что? Пусть идет». И со мной согласились и передали по цепочке, что сейчас Айзер побежит, вы по нему не стреляйте. И этот человек, визир, он, во-первых, там подошел, долго копался в разбитой машине, вынул свой автомат, повернулся, пожал мне руку и не побежал. Он пошел. Он шел так, как не могли бы идти все герои Шекспира. Он шел своей спиной, показывая, что вот она мишень, но бежать я не буду. И когда он услышал выстрелы, он тоже не прибавил шага, а стреляли вверх салютом.